Число жертв стрельбы в школе номер 88 Ижевска выросло до 15. По предварительным данным, жертвами преступления стали 4 взрослых и 11 детей. Также ранения при стрельбе получил 24 человека, среди них 22 школьника. Все раненые доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. По имеющимся данным, стрельба началась во время урока. Неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу, застрелил 2 охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям. После чего мужчина покончил с собой. Личность напавшего на школу установлена, это ее выпускник, но мотивы преступления в настоящее время уточняются. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что человек, устроивший стрельбу в школе, был вооружен 2 травматическими пистолетами, переделанными по стрельбу боевыми патронами. В связи с произошедшим в Удмуртии объявлен траур по погибшим. Отмечается, что он продлится до 29 сентября. Сначала он выстрелил в охранника, потом начал стрелять по детям. Дети заперлись в классах. Как один террорист, да? Пока, по данным, которые на данный момент, один стрелок. Неизвестны пока мотивы преступника, неизвестно, сколько их было, почему, как он вообще прошел в школу. Пострадавших очень много, наверное, да? Детей? Пострадавших становится все больше, пока телеграм-каналы сообщают о 4.